Показываю еще один способ изготовления одеяла. Вы на канале Людмила Оганесян. Можно сделать крейзи-розы из различных кусочков ткани, а можно подобрать цветочек и вокруг нашить ткани. Я использовала остатки джинсовой ткани. У меня очень много джинсовой ткани, и я вот использовала вот такие цветы. Крейзи розы получились. Вот так выглядит в готовом виде подушечки. Это и с цветком, это и крейзи розы, которые я сама нашивала. Вот так. Внутрь каждой подушечки я вкладывала, наполнители, утеплители, которые я когда распарывала куртки, там были утеплители. Вот эти утеплители я использовала, я ничего не выбрасываю, все идет в ход. В каждой подушечке находится утеплитель от какой-нибудь куртки, рукава, в общем, все, что можно использовать, я все использовала. Одеяло не толстое, а тоненькое, но теплое. Так что вот так можно использовать, и получается красивое, теплое одеяло. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.